Всем привет, доброе утро. Вчера я вам показывал, что я ездил по металлоприемкам. Да, по объекту. Вот на объект я приезжал. Я, правда, уже уезжал, забыл снять. Так, в общем, были там, ну так, кучи лежали раздвинуто, там отсев куча, щебня куча. Надо поднять уровень на 20 сантиметров и водосток сделать со всего участка, чтобы сюда выходил. Здесь будет водосточная вот так канава идти. И получается, нам надо вот оттуда сделать уклон сюда. Сейчас машины будут ходить с дресевой. Закатать. Это стоит гараж. И вот так будет стоять на этом месте потом. Может быть, когда вы у Саши появятся деньги, это заказчик. И друг тоже. В общем, будет ставить дом, не знает еще когда. Но сделать надо, чтобы пока хотя бы ездить. Там, получается, домик, это банька. Такая, ну, как сделал пока, чтобы жить и в баню ходить, короче. Здесь гараж. В общем, это все сделал, спланировал. Так, мы еще утром, он здесь успел, 6 утра, копать под датчики. Мы с ним копали. И здесь труба у него идет. Мы здесь, я ему прокапывал. Спрятали эти дренажку. Вот справа и слева от ворот. Здесь свежие закопали. Эту землю разровнять тут до калитки. Здесь под стояночку. Там от этого будет остатки заберут соседи. Ну и здесь остатки тоже соседи заберут. Сильно много. Сейчас ждем машины. Машины придут с дресевой, будут как раз по одной вываливать. Я буду как раз ровненько смотреть и куда что распределять, чтобы нам уклон сделать со всего участка и туда в ворота. Может быть, еще, говорит, вот так на ту сторону, что, ну, чтобы от гаража и во дворе не было воды, а то у него заходишь. Получилось немножко на как. Ну, я равнял-то тоже вровень, чтобы вода уходила. А потом впоследствии машины ходили, протоптали. И здесь получилось, они накидывали и чуть-чуть подняли, чтобы машины не тонули. И получилось, перегородили в воде. И вода вот здесь вот такое море у него было после обильного дождя. И сейчас вот надо вот эту поднять и опять сделать, чтобы за двор уходила вода. Но это не проблема. Ждем машины. Так, я все приготовил. Все вывез. Все мы подготовили, чтобы принимать машины с дресевой. Ну и возле двора надо будет от калитки и вот до где трактор стоит. Ну, чтобы здесь гости приехали машину ставить. И во двор заезд. Здесь тоже будет лужайка зеленая, и здесь лужайка зеленая до калитки. Так что погнали работать. Пока ждем машины, ребят, тут уже у всех соседей. У одного там вот за Сашиным участком планировку сделал этот, вокруг ямы копали, закопал яму, канализационный люк, в общем, и планировку вокруг него сделал. Здесь проезд земли сюда ему привез, вон куча, в общем, вокруг всех соседей, а машин пока нет. О, звонит, сейчас ребята, по-моему, машины пошли. Так, ну что, ребят, так получилось, как бы то, что подготовил под дресву, но сегодня суббота, что-то там пошло не так, то ли экскаватор сломался, то ли еще что-то. В общем, сегодня я ничего не дождался, поехал я домой отдыхать, буду чем-то заниматься еще, может быть, там всю работу сделаю, а может быть, подготовку, ну, тюнинг к трактору буду что-то делать, посмотрим. Короче, домой поехали. Врешь, не уйдешь, велосипедист. Ладно, не буду обгонять. Просто
А здесь платная рыбалочка. Я утром ехал на окраине. Сейчас я приторможу, попробую. Смотрите, сколько рыбаков. Все рыбачат. Зовут подойти. Сейчас. Сейчас сходим. Кто там зовет? А, тут, оказывается, рыбаков-то капец как много. Да, тут местные. Леха здесь, все свои. Саня. Привет. Что-нибудь поймали? Покажите. Отпускаете? Не поймали нихуя. Не было ничего? Нет, дергают, но ни хера не клюет. Главное это. Сожрали закуску, доедали червей, поехали домой. Самое главное удовольствие. Самое главное. Не, вообще есть что-нибудь? Да. Yeah? А вы давно? Вот со всего озера можно штук 5 поймали. Да? А в прошлый раз Леха 8. Ну народу капец. В прошлый раз 8 килограмм. Ну а мы с той стороны сидели 8 килограмм, а сейчас. В смысле, одну поймали или 8 общее? 8 килограмм. Я 8 и Гриша 8 поймали. Вон что. Килограмм. Ну, так-то он народу-то. А тут что, тут же искусственный же, да? Только он оттуда бежит? Оттуда. Нет, туда вытекает, туда в сеть бежит. Там где-то, потому что он открывает за сон. Ну, нормально народу так-то. Ну, я с работы. Да, ездил, Марина там этот. Подработал. А здесь все платное же все, да? Я как-то помню, здесь где-то экскаватор стоял, или там ли он, там, по-моему, с той стороны вытаскивали. Они углубляли, да, и утопили зимой. Ну ладно, вот такие, видите, пацаны клевые, сидят, отдыхают. Это я один работаю в субботу. Вот так надо работать с пацанами, блин. Ну ладно, давайте вам удачки рыбки поймать. Саня, давай. Ой, простите. А то как-то без Сани-то. Скажет, не попрощался, уехал. Ладно, давайте, Леш. Давай, пока. Все, погнали мы дальше. На работу, возможно. Катамаран у меня есть или что тут? Пахнет шашлыком. Запах идет, ну, со всех сторон он. Ну ладно, гоним дальше. Красавчик, вот он мой. Ну и дома, ребята, тоже некогда сидеть. Болгарка, дрель, напильник в руки. И погнали дорабатывать. И снял я фару. Здесь две части, вот они. Между собой приваренные. Потом я их разъединю. Это нержавейка. Так она будет. Видите, вот ее нету. Мне тут металла вот не хватило. Нержавейки здесь. Вот, и сейчас будет цельное все. Вот так. И еще добавится. Так, аккуратней, не сломать. И еще добавится такие красотульки вот сюда. Он на вибрацию будет. В этой части не будет. Так вот будет. Я думаю, будет классненько смотреться. Вроде бы фигня, а приятно будет. Начистится до блеска. Вот такие, братцы, на сегодня дела. Пока фару ставлю обратно, потому что вдруг работать... А трактор нужен, чтобы работал в первую очередь. А заготовочки еще надо будет... Где тут отсвечивать? Нет. Видите, чтобы фара регулировалась, вот как здесь вот сделать вот такие отверстия продолговатые, чтобы вверх-вниз могла регулироваться фара. Ну, можно и так сделать на этих, потому что на фаре будет шар. Ну, посмотрим. Можно и так, чтобы красиво тоже было подрегулировать.
Ну, сделаю во всяком случае. Ну все, на сегодня всем пока. Вот такой обзорчик. Потихоньку детальки собираются.